я каталась, значит, более-менее все в порядке. Я вообще в спорте только дважды не выходила на лед после сильных травм. Это когда было сотрясение мозга, и я была без сознания 3 часа. И также второй раз, когда я сломала ногу. Это вот я дважды себе позволила не выйти, но это было невозможно. Но пока есть возможность сделать укол и как-то замотаться, подержаться за плечо партнера. Вы сегодня на уколах выступали? Да, вчера и сегодня, конечно. А какой характер травмы? Повреждение мениска, и у меня жидкость вытекла, то есть у меня опущено колено. А потребуется операция? Я надеюсь, что нет, но кто знает, как дальше все это будет развиваться. Повторное МРТ назначено через 2 недели. В принципе, мне назначен покой, но покой нам только снится. Серьезная травма, на самом деле, просто мениск. Но как вы катались-то, как просто? И еще все-таки нам не 15 лет, когда травмы заживают очень быстро, поэтому... Ну, пока я могу не подводить людей, я закончу проект. Буквально несколько дней, и проект уже закончится съемкой. Вы второй уже год подряд получаете травмы на проекте? Нет мысли в следующем году как-то пропустить, может быть? В прошлом году я не получала травмы. У меня были проблемы с почками очень сильные, но это как бы, это уже нет проекта, зависит от моего организма. Вот, поэтому, да, ну, слушайте, ну, жизнь. Кому-то еще сложнее. А вышли вы сегодня ради фигурного катания, ради победы в проекте? Нет, ради того, чтобы себя потом не корить, что я вроде как и могла, но надо было напрячься. Вот. И я все равно себе отдаю отчет. Если бы, конечно, у меня там была намного серьезнее травма, конечно, я бы уже не стала рисковать, потому что и так предстоит замена 2 бедер, поэтому... Это серьезно, да, вы сейчас? Серьезно. И это скоро будет вообще? Это как позволит ситуация. То есть правда говорят, что фигурное катание всем там фигуристам нужны запасные бедра, да? Конечно, да. Для себя. Да. А вчера, когда травма случилась, какие мысли были? Не было ли мысли, что все пропало, что уже не получится? Нет, ну главное, что мы сразу поехали с Ваней в больницу проверить кости, связки, для того, чтобы понимать, насколько серьезно все. Да, травма есть, но она позволяет работать. Слушайте, раз просто такая тема пошла, вот про бедра, часто идут разговоры про то, что давайте там запретим четверные или что-нибудь запретим. Вот это... Все, хорошо. Ну, я попробовал. Да, попробовал, но я просто не комментирую вообще фигурное катание, поэтому мы просто никому не... Все, спасибо тогда большое, спасибо.